Опускаем руки на колени, опускаем вниз голову. Круговые движения вправо. Со вдохом голова вправо вверх, с выдохом влево вниз. Добавляем нижний и верхний замки.
Если мы еще удерживаем дыхание, поднимаем голову, медленно выдыхаем. Сейчас сделаем еще такой же цикл, но задержки на выдохе. Помним, что на выдохе не нужно делать задержку девушкам во время месячных. Это более вредно, чем стоять на голове. Активный вакуум, вызывающий энергию в другую сторону. В этом случае можно сделать задержку на выдохе, не втягивая живот, и повторить задержку на вдохе. Я на банку помните, мы с вами ее разбираем. Итак, дышим, пальцы правой руки с коленями переплетенными. Дышим по одной ноге. Заканчиваем. Глубокий вдох. Полный выдох. Сжимаем мышцы промежности, втягиваем живот внутрь. Затем прижимаем подбородок к грудной клетке. Фиксируем задержку. Стремимся не передерживать дыхание. Держим задержку меньше, чем на вдохе. До того, как появится резкая потребность сделать вдох, необходимо поднять голову, вдохнуть живот вперед и вдохнуть ровно, без рывков. Кто еще удерживает дыхание, расслабляем живот, медленно вдыхаем. И затем ноги расплетаем. Немного подвигаем ногами вправо-влево. Затем немного потянемся вперед, при необходимости сгибая колени. Поднимаем голову, сгибаем ноги, переносим вес в ноги. Выходим на наклон стоя. Точно так же, если ноги еще не размяты, колени держим согнутыми. И затем сгибаем колени, упираемся руками в бедра. У кого сегодня месячные, вместо этого положения можно снова сесть и подышать на дешевками. Либо повторяем работу с животом, втягиваем живот, фиксируем глубокий вдох, полный выдох. Самостоятельно пару раз втянем живот и затем на задержке начинаем толкать его вперед. Вначале пару раз втянем живот, чтобы привыкнуть к этому положению. После чего пробуем втянуть живот и толкать его вперед. То положение, которое мы с вами разбирали в прошлый раз. Пока амплитуда не получается, двигаем животом медленно. Если получается, увеличим скорость движения живота. Так, чтобы в животе ощутилось нагревание. Техника называется Агнисара Пхаутикрия. Если мы чувствуем огонь, это как раз то, что мы ищем от этой практики. Кто делает наули, пробуем делать наули.
Понемногу заканчиваем, восстанавливаем дыхание. Соединяем пальцы, большие. Грудную клетку раскрываем, дыхание замедляем, вода. Ставим ладони перед грудью, переплетаем пальцы так, что правый указательный был сверху, то прижимаем вверх, на выдохе опускаем пятки вниз, пальцы на вниз вверх. И ставим то на пальцы, то на вверх. Разминаем стопы. Подъем стопы на стопы. Опускаем стопы вниз, чуть шире. И ставим на шею тазобедренный сустав. Втягиваем руки вперед. Движение кистями вверх, вниз. Большие пальцы рук в середине ладони, сжимаем руки в кулаки, движение кулаками друг к другу. В другом направлении. Ставим так, чтобы не мешать друг другу, если очень близко, лучше шахнуть на порядке. Руки разные стороны, вращение в локтевых суставов, руки то выпрямляем. Опускаем кисти на плечевые суставы, вращаем плечи назад. Вперед. Достаточно встряхнули руки, перекаты через пальцы суставы вперед назад. Большой палец центра круговое движение, за счет лодочки движения. Меняем стопу вперед-назад. Теперь по кругу. Достаточно. Направляем грудную клетку вперед, руки вверх, вытянем бока, беремся правой рукой за левой за пять. Три раза пальцы по полохате, делаем дыхание, вытягиваем левый бок, вдох, поднимаемся вверх, меняем руку, другой бок, вытягиваем дыхание, пальцы по полохате. Продолжаем. Достаточно опускаем руки на бедра, движение таза по кругу в одном направлении.
или любой. Выбираем крайний, какой вам удобно. Меняем управление движения. Достаточно, опускаем ладони на ягодицы, пальцы вверх, был комфортный прогиб, выдох спина правее на пол. Вот прогиб. Выдох спина правее на пол. Если с трудом дается прогиб, ноги в колени на прогибе чуть сгибают. Достаточно спина правее на пол, упираемся руками в бедра, выше колени, выпрямляем по возможности. Руки в локтях, и это дает еще больше вытянуть спину. Сгибаем ноги в коленях, направляем руки пальцами вниз, движение коленки друг к другу. Ребра, стоп, от пола немного отрываем, то на внутреннюю, то на внешнюю часть уходит стопа. Меняем направление движения, бедра на раскрытие. Достаточно. Опускаем живот ближе к бедрам, ноги в колени сомкнуты. Два пальца рук, указательный средний. Уводим под большой палец ног. Вытягиваем живот вдоль бедер. Выдох, ноги. Выпрямляем, вдох, сгибаем. Выдох, наклон. Вдох, сгибаем ноги, взгляд вперед. Выпрямляем ноги, расслабляем мышцы спины, шеи. Копчик направляем вверх, макушку вниз, локти в сторону. Поднимаем голову, опускаем на пол ладони, колени. Вдох, прогиб, выдох, округляемся, вдох, прогиб, выдох, округляемся. Позвонок за позвонком, включаем движение. Движение начинается в копчике, вы нам выходим в прогиб, и тогда спину отправляем. Руки в локтях все время будут. Нейтральное положение спины, колени будем немного назад, будем отжиматься. На выдохе грудную клетку направляем к рукам, на вдохе руки выпрямляем. Выдох вниз, вдох вверх. Кому это кажется очень простым, выпрямляем. Ноги в коленях, отжимаемся обычным образом. Не забываем, живот чуть уводит вовнутрь в любом случае. И плоско держать поясницу, то есть мышцы пресса и отжимания должны быть в небольшом тонусе. Достаточно, выпрямляем руки, ноги. Открываем шванасану, вытягиваем спину. Сгибаем то одну, то другую ногу, то одна, то другая пятка, больше уходит в сторону. Тянем десятую пятку вниз. Другой. Двумя. Перемещаемся ближе к началу пояса, ладони перед грудью, дыхание замедляем. Большие пальцы ног вместе держим, пятки тоже. Вдох, поднимаем руки вверх, ладони над головой. Выдох, наклон. На вдохе правой ногой шаг назад, левый выгибаем, немного выше за другой, на выдохе вторая нога, делаем шаг назад, делаем шаг вовнутрь, делаем вдох. На выдохе опускаем на колени, грудь подбородок. На выдохе выпрямляем руки, поднимаем колени, перекат через пальцы ниже. Плечи выше колени, на выдохе на свет, пять вниз. На выдохе правой ногой шаг вперед, стопанки ладони вверх. Выдох наклон, две ноги вниз. Я устаю, ладони над головой. Выдох, опускаем руки, ладони перед грудью. Вдох вверх. Выдох наклон. На выдохе левый шаг, на выдохе правый, делаем вдох, на следующем выдохе вниз колени, грудь подбородок,
На выдохе ягодицы вперед вверх. На выдохе таз вверх, пятки вниз. На выдохе левый шаг вперед. На выдохе правый. Вдох встаем, ладони над головой. Выдох, опускаем руки, ладони перед грудью. Вдох вверх. Выдох наклон. Правый шаг назад. Левый. Вниз, колени под подбородок. Вытягивайся вперед вверх. Таз вверх, пятый. Правый шаг. Левый. Вдох вверх. Выдох, опускаем руки, ладони перед грудью, вдох вверх. Выдох наклон. Левый назад. Правый. Вниз, колени под подбородок. Вытягивайся вперед вверх. Таз вверх, пятый. Левый шаг. Правый. Вдох вверх. Выдох, опускаем руки, ладони перед грудью. Вдох вверх. Выдох наклон. Правый шаг. Левый. Колени под подбородок вниз. Вытягивайся вверх. Таз вверх, пятый вниз. Правый шаг. Левый. Вдох вверх. Выдох, опускаем руки, ладони перед грудью, еще один вдох, вдох вверх. Выдох наклон. Левый шаг. Правый. Вниз колени, вверх подбородок. Вытягивайся вперед вверх. Таз вверх, пятки вниз. Левый шаг. Правый. Вдох вверх. Выдох, опускаем руки, ладони перед грудью. Меняем немного схему. Вдох руки вверх. Выдох наклон. Вдох, поднимаем голову, переходим ноги назад. Выдох, поднимаем руки локтями. Переход вверх, вдох. Назад, выдох. Фиксируем отдых, пошла, ровно дыши. Плотно прижимаем ладони к полу. Останавливаем больших пальцев рук на полу. Вращаем плечевые суставы наружу. Живот чуть вовнутрь, копчик вверх. Пальцы на друг другу. Направим шею, расслабляем. Дыхание медленное, ровное. На выдохе поднимаем голову, перемещаем стоп ухо. На выдохе наклон, но больно. Вдох, встаем, ладони над головой. Опускаем руки, ладони вперед. Еще раз такой же круг, вдох у тебя. Выдох, наклон. Вдох, поднимаем голову, выдох. Ноги назад, сгибаем ногу, перекат вверх, вдох. Назад, выдох, ровно дышим. Больше вес, пытаемся вести именно в ноги, это позволяет не двигаться. Живот чуть вовнутрь, легкую диагональ здесь образуется автоматически. И помню, что основание больших указательных пальцев рук на полу плотно прижаты. На выдохе поднимаем голову, взгляд вперед, стоп вперед. На выдохе наклон, но больно. Вдох, встаем, ладонь над головой. Выдох, опускаем руки, ладонь перед грудью. Проверили. Большие пальцы ног вместе. Пятки вместе, колени тоже вместе. Вдох, сгибаем ноги в колени. Вытягиваем руки вверх. Выдох на пол. Вдох, поднимаем голову, выходим ноги назад. Сгибаем руки в локтях. Перекат вверх. Вдох. Назад, выдох. Поворачиваем левую стопу, правый шаг вперед. Вдох, руки вверх. На выдохе опускаем ладонь. Делаем шаг назад, сгибаем локти. Перекат вверх. Вдох. Назад, выдох. Поворачиваем правую, левый. Шаг, вдох, руки вверх. На выдохе опускаем ладонь. Делаем шаг назад, сгибаем локти, перекат вверх, вдох. Назад, выдох, ровно дыши. Thank you.
на выдохе в окно, лоб в голень. На выдохе сгибаем ноги в коленях, колени вместе, руки вверх. На выдохе выставляем ноги, опускаем. Еще раз так же круг, потом сгибаем ноги, руки вверх. Садись в окно. Вдох, поднимаем голову, легко выдыхаем ногу, сгибаем все локтя, перекат верхом. Назад выдох. Поворачиваем левую стопу, правую шагу, вдох, руки вверх. На выдохе опускаем ладони, делаем шаг назад, сгибаем ногу. Перекат верхом. Назад выдох. Поворачиваем правую, левую шаг, вдох, руки вверх. На выдохе опускаем ладони, делаем шаг назад, сгибаем ногу, вдох, вверх. Назад, выдох, ногу. Открываем глаза, складываем ладони перед грудью, переплетаем пальцы рук, разворачиваем замок вверх, поднимаем взгляд, поднимаем пятки, фиксируем, дышим. На фоне этого утяжения тянемся вправо, по возможности взгляд вверх, из-под левой руки. Вытягиваемся вверх. В другую сторону, влево, взгляд из подправки. Вытягиваемся вверх. Расплетаем пальцы, опускаем пятки, переводим руки за спину. Таз подаем вперед, грудную клетку вверх, вытягиваемся по всей длине спины. На фоне этого вытяжения понемногу уходим назад, останавливаясь при любом дискомфорте внизу спины. Мягко переходим к наклону, опускаем ладони на предплечье, локтями тянемся вниз к полу, расслабляем спину, расслабляем шею, расслабляем заднюю поверхность ног. Беремся руками сзади за ноги, подтягиваем живот к бедрам, при необходимости сгибая колени. Если живот прижался к бедрам, а колени прямые, беремся за локти, за линию ног. Еще больше вытягиваемся. Приподнимая голову, освобождаем захват, переводим руки за спину, переплетаем пальцы рук. Разворачиваем замок вверх, опускаем голову, тянемся замком вниз пола. Расплетаем пальцы, приподнимаем голову, тянемся вперед за пальцами рук. Стоп от пола отрываем, вытягиваемся, есть назад. Опускаем вниз ладони, сгибаем колени, сгибаем немного локти, кладем колени выше локтей. Если получается, ближе к подножкам, пока сам.
Если поза получается с трудом, я думаю, я ощущаю нагрузку на кистях, не держу позу долго. Немного подержаю, ноги опускаем, кисти в другую сторону заворачиваем. Если в позе чувствуем себя комфортно, кисти чувствуют себя комфортно, фиксируем, дышим ровно, медленно, глубоко. Кто еще удерживает позу, любым способом переводим ноги назад, четвертый раз назад, снова. Вдох вперед, назад с выдохом вытягиваемся. Поднимаем голову, разворачиваем левую стопу, правая нога шаг вперед. Поднимаем руки, соединяем ладони, фиксируем первую подраслу. Таз стремимся закрыть. До этого задняя стопа должна чуть-чуть быть развернута вперед, чтобы мы могли толкнуть вперед левую бедренную косточку. Дышим ровно, медленно, глубоко. Смотреть можно вперед или вверх. Плечами стремимся шею не зажимать, плечи чуть уходят вниз, шея чуть для себя комфортно. Переводим вперед правую руку, отводим назад левую. При этом таз открывается, ноги можно поставить немного шире, чтобы опуститься глубже. Голень передней ноги под прямым, либо тупым углом в пол, но не под острым. Опускаем правую руку к внутренней части правой стопы, тянемся вперед за левой рукой. Стремимся вытянуться в одну линию от задней ноги к передней руке через туловище. И затем переносим вес в правую руку, отшагиваем назад правой ногой. Либо разводим стопы в стороны левой рукой вверху. Либо левая стопа поверх правой стопы. Либо левая стопа поверх правого бедра, либо вытягиваем ногу вверх в полном варианте. Висишь таз на захват за большой палец левой ноги, вытягиваем вверх. Опускаем вниз руку, опускаем вниз ногу. Вытягиваемся ватками кушанасане. Поднимаем голову, разворачиваем правую и левую ногу, шаг вперед. Первая вверх подрасла, задняя стопа немного развернута вперед. Поднимаем руки, соединяем ладони. Правую бедренную косточку толкаем немного вперед. Стремимся закрывать таз, насколько возможно, но без дискомфорта в заднем колене. Все позы, которые мы фиксируем, мы стремимся сопровождать ровным, глубоким дыханием. Дышим медленно, ровно, глубоко. Чем меньше шума мы производим, тем дыхание медленнее. Левая рука вперед, правая сзади, ноги немного шире, живот внутрь, копчики вниз. Вместо бесшумного дыхания мы можем применять технику Ujjayi, когда мы сужаем голосовую щель, создаем препятствие для дыхания. Также способствует удлинять и углублять дыхание. Опускаем левую руку к внутренней части левой стопы, правой рукой вытягиваемся вперед в одну линию по отношению к задней ноге. Вес в левую руку, отшагиваем назад левой ногой, либо разводя стопы в стороны, либо стопа поверх стопы, поверх бедра, либо полный вариант с захватом за большой палец правой ноги. Опускаем вниз руку, опускаем вниз ногу, вытягиваемся. Поднимаем голову, разворачиваем левую стопу, правая нога шаг вперед, поднимаемся, выпрямляем ноги. Опускаем правую руку, прямой правой ноге.
На более ниже колена, ближе к стопе, если нога тянется легко, на пол с нижней части правой стопы, левая рука вверху. Стремимся туловище держать в одной плоскости, как будто мы спиной прижались к стене. Если мы чувствуем, что весь вес ушел в переднюю ногу, необходимо часть веса отдать заднюю. Ноги должны быть нагружены одинаково, и задняя, и передняя. Тянемся вперед, за верхней рукой, еще немного вытягиваем верхний бок. Опускаем руки, либо на уровень правой стопы, либо на пол, по обе стороны от стопы, если нога тянется легко, ноги станут немного уже. Разворачивая заднюю стопу немного вперед, полностью таз закрываем. И затем левую руку, по возможности, к внешней части правой стопы, правую поднимаем, скручиваемся. Если сложно, рука может быть у внутренней части стопы, на пальце, на руке, на ноге. Не забываем правое бедро, немного толкать назад. Опускаем вниз правую руку, переносим вес в правую ногу, поднимаем левую. Тянемся вниз к правой ноге. Руки либо оставляем на полу, если нога тянется легко, беремся правой рукой за правую ногу. Вес больше в левую руку, левой ногой толкаемся вверх, насколько возможно. Если для того, чтобы поднять ногу выше, необходимо открыть таз, открываем его. Если получается закрытым, держим таз закрытым. Приподнимаем голову, слегка опускаем ногу, переводим руки за спину, переплетаем пальцы рук и тянемся вниз замком, как мы делали двум ногам, к одной. Если баланс не удается удержать, то руки снова вниз опускаем, либо фиксируем позу. Расплетаем пальцы, опускаем правую руку на линии правой стопы. Для упрощения руку уводим немного вправо, можно поставить ее на пальцы, на брусок. Разворачиваем вверх левое бедро, поднимаем вверх левую руку. Ардха Чандрасана. Если баланс не устойчив, лучше смотреть вниз. При взгляде вниз баланс всегда будет устойчив. Если баланс устойчив, пробуем поднять взгляд вверх. Поменяем положение рук, опускаем взгляд, опускаем левую руку, поднимаем правую, скручиваемся, в этом положении таз закрыт. Опускаем вниз правую руку, отшагиваем назад, левой ногой, опускаем левое колено, сгибаем правое, поднимаем руки от пола. Если нога слишком близко к колену, делаем шаг пошире. Отталкиваясь левым плечом от правого бедра, скручиваемся вправо, либо соединяя ладони, либо с захватом за спиной. С любым положением рук, задняя нога на пальцах, переносим вес вперед, колено поднимаем. Если баланс не устойчив, смотрим вниз, если устойчив, назад вверх. Мягко раскручиваемся, опускаем вниз, левое колено, вытягиваем вперед правую ногу, пятку вперед, стопа на себя, тянемся к ноге. Приподнимаем голову, приближаем ладони, сгибаем правое колено. Голень правой ноги под прямым либо тупым углом к полу, но не острым. Плечо уводим под бедро. И тянемся вниз головой, заднее колено поднимаем, толкаясь назад
левой пяткой, голова стремится вниз к полу, ближе к пятке. Не ставим ногу под острым углом для того, чтобы опустить голову. Нога либо тупой, либо прямой угол корня по отношению к полу. Если в этом положении легко голова опустилась на пол, пробуем развести руки в стороны и поднять их вверх. Если это получилось легко, пальцы вот переплетаем, тянемся назад. Опускаем вниз руки, если мы их поднимали. Вытягиваем вперед правую ногу. Для упрощения нога может быть согнутой. Задняя нога может остаться но сзади, особенно если у нас кисти чувствуют себя не очень комфортно. Либо перенося вес руки, заднюю ногу поднимаем. Было не ясно. Для кого поза простая, выпрямляя левый локоть, пробуем левую ногу перевести вперед, вашу обратно. Не нужно делать эти варианты, если кисти чувствуют себя некомфортно. Переходы для кистей наиболее нагрузочные. Таким же движением возвращаем ногу обратно. По окончанию обе ноги сзади. Со вдохом перекатываемся вверх. Если устали, колени опускаем, шикшанкасана, выравниваем дыхание. Никогда в йоге стремимся не допускать сбившегося дыхания. Если оно сбивается, лучше колени опустить. Либо вытягиваемся в атхану шванасане. Находим тот вариант, в котором мы легко можем успокоить дыхание. Мы всегда стремимся сделать дыхание длинным, спокойным, глубоким. Если собаке мордой вниз требуется усилие, чтобы успокоить дыхание, лучше сделать это в шишанкасане. Если усилие не требуется, то, соответственно, гладко мукшванасана. Из любого положения, в котором мы находимся, приподнимаем голову, со вдохом перекатываемся вперед, назад с выдохом. Разворачиваем правую и левую ногу, шаг вперед, поднимаемся, выпрямляем ноги. Разводим руки в сторону, опускаем левую руку к прямой левой ноге, голени, полу, внешней части стопы. Стремимся нагружать заднюю ногу, так же, как и переднюю. Если рука лежит на ноге, на рукой в ногу стремимся не давить. Весь вес должен уходить в ноги. Тянемся вперед за правой рукой. Опускаем вниз обе руки, ноги ставим немного уже, закрываем таз, вытягиваем спину, переднюю ногу. Правая рука внизу, с внешней части стопы, с внутренней, левую поднимаем, по возможности с внешней. Не забываем левое бедро немного толкнуть назад. Опускаем вниз, взгляд, опускаем вниз руку, переносим вес в левую ногу, поднимаем правую, тянемся вниз к полу. Фиксируем этот вариант, если пока нога тянется с трудом, либо захват левой рукой за левую ногу, вес больше в правую руку, правой ногой толкаемся вверх, насколько возможно. Затем приподнимаем голову, слегка опуская ногу, переплетаем пальцы рук за спиной, тянемся вниз за пол. Расплетаем пальцы, левая рука перед собой, разворачиваем вверх правое бедро. Правую руку поднимаем, Ардхасана. По возможности поднимаем взгляд.
Поменяем положение рук, опускаем правую руку, поднимаем левую и скручиваемся. Опускаем взгляд, опускаем руку, отшагиваем назад правой ногой, опускаем правое колено, сгибаем левое, поднимаем руки от пола, отталкиваясь правым плечом от левого бедра, скручиваемся влево, либо соединяя ладони, либо захватом за спиной, задняя нога на пальцах, перенося вес вперед, заднее колено поднимаем. Мягко раскручиваемся, опускаем вниз, правое колено, левую ногу вперед вытягиваем, пятку вперед, стопа на себя тянете к ноге. Приподнимаем голову, сгибаем левое колено, левое плечо под левое колено, тянемся вниз, голова стремится к полу, вытягиваем таким образом бедро. По возможности заднее колено в воздухе, пятки толкаемся назад. У кого легко опустилась голова, разводим руки в сторону, поднимаем их вверх, либо переплетая пальцы рук, тянемся замком назад. Опускаем вниз руки, если мы поднимали, вытягиваем вперед левую ногу. При необходимости нога согнута, задняя нога либо осталась на полу, либо переносим вниз вперед. Поднимаем ее. Кто усложняет позу, выпрямляя правый локоть, проносим правую ногу вперед. Переходим в аштавасану. Таким же движением возвращаем ногу обратно. По окончании ноги сзади, со вдохом перекатываемся вверх. И на выдохе все колени опускаем. Шишандхасана, расслабляемся. Вверх, нижний, вниз. И эту линию пробуем не менять.
а затем кладем руки в спину, живот чуть вовнутрь. Приближаем руки, отпускаем захват, встряхнули плечи. Отклоняем спину назад, руки пальцами разворачиваем вперед. На вдохе лопатками толкаем грудь вверх, делаем выдох, следующий вдох, поднимаем вверх ягодицы. Без больших ускорений, так чтобы почувствовали себе плечевые суставы в этом движении. Притягиваем область живота, грудной клетки. На вдохе опускаемся вниз, соединяем колени, поднимаем их, вытягиваем подъемы. Опускаем руки, любым способом уводим ноги вперед. Вводим ягодицы назад, пушечем удовольствием вдох и вверх. На уровне захват за стопу, за движение вверх, соединяем живот и бедра, если не удается, ноги чуть сгибаем. Перетягиваем живот до бедра, опускаем голову вниз, вводим внимание вовнутрь.
на вдохе поднимаем вверх, на выдохе вводим колено в сторону. Исходное положение для джамы шуршаса. На вдохе тягиваемся вверх, на выдохе захват за стопу, вдох, движение вверх, выдох, уходим. Джану шуршасаны равномерно вытягиваем бока. И плечи на одинаковом расстоянии до пола. На выдохе поднимаемся вверх, на выдохе. Выпрямляем ногу, сгибаем колени. И согнутыми коленями вталкиваем живот вверх. Здесь вытягиваем живота, потом ставим так, чтобы между ними мог пройти таз. И на выдохе уводим ноги назад, пробуем таз поднять повыше. На вдохе уходим животом вверх. Потолок, лопатка в грудь, подталкиваем учителя. Выполняем. Таз назад, смотрим вперед, поднимаем одну ногу. Отпускаем, поднимаем другую ногу. Полный ряд, две поднимаем. Опускаемся вниз. Правая нога в колени создана, оплакиваемся к колену, тянемся вверх, замедляем дыхание. То есть для того, чтобы вводить таз назад, нужно как можно выше подать копчик назад и вверх. То есть чем выше вот этот диапазон, да, тем легче поднять ноги. То есть мы максимально вводим таз назад и потом чуть-чуть вперед, но он остается там, за линией рук. В этом весь секрет позы. Поэтому вытягиваемся вверх, захват за стопу, движение на раскрытие бедра. Беремся правой рукой за внутреннюю часть стопы, вводим ногу в сторону. Лопатками толкаем ручью вверх, выпрямляем спину. При хорошей гибкости берется за большой палец. И снова вытягиваем спину вверх. Отпускаем захват, нога на голову повыше. Подныриваем плечевой сустав под бедро. Упираемся рукой в пол, вытягиваем бок вдоль ноги. Поливрит и кровоучастный поза называется. Взгляд вверх. Обратите внимание, обе ягодицы на полу в этой позе. Обе. А пальцы куда вперед. Поворачиваем голову вперед. Сгибаем ногу. Сейчас мы с вами рассмотрим ваш квадрасан. Смотрите, для начала вы будете обучать этой позе. Важно, чтобы нога не уходила с локтя. То есть если человек грузный, ему нужно рукой в этом положении ногу придерживать. И для начала достаточно. Дальше, чтобы таз поднять, то движение, которое мы с вами делали, помните, в столе. Такое же, таз назад. Если человек научился делать таз назад, то пробует скрестить лодыжки. Получилось это сделать, ноги выпрямляет, руки сгибает и разворачивает копчик. Вправо, стопу влево. Если вы это делаете легко, попробуйте отжаться, полностью выпрямляя левую руку. Хорошо, то есть на один балл у нас аж два раза. Меняем сторону. Вытягиваемся вверх. Беремся за стопу, движение в сторону. Теперь выпрямляем ногу. То есть движение в сторону у человека не закидывается нога, да, на руку из-за того, что бедро не раскрыто. Поэтому мы вначале делаем это движение, чтобы проработать тазобедренный сустав. Актуально в большей степени для начинающих. Вам это движение может быть даже и бесполезно, но начинающим полезно. Итак, вытягиваемся. По этой позе лопатками уже две. Переходим к паривриты кровоучастными, во внутреннюю ногу и упираемся левым.
ягодицы в пол, подмерили левым плечевым суставом под бедро. Именно от левого тазобедренного сустава идет разворот вправо. Боги пять. Упираемся пяткой в пол, обратите внимание, нога согнута, небольшой наклон вперед и таз назад. Это самый простой способ научить человека поднимать таз вверх. Научиться поднимать таз вверх, ладочки друг к другу, хоп, чуть-чуть вперед пойдем. Затем ноги выпрямить, руки согнуть и таз влево, стопы вправо. Чтобы поза была устойчивой, мы тянемся стопами к лбу, а макушку чуть вперед, копчиком назад. По трем векторам тело вытягиваем. Чтобы научиться делать на 2 балла позу, нужно прежде всего научиться отжиматься. Хорошо, отжались. Садимся, соединяем стопы. То есть на 2 балла у нас будет движение вперед, ногой назад. Вначале выполним бхаджанасану, чтобы как-то отвлечь. Убирать рукам отдохнуть. Вытягиваемся вверх. Вводим правую руку за линию спины, раскрываем грудную клетку. Левую руку упираемся в бедро. Бедро толкаем чуть от себя. И уходим в небольшой наклон вперед. Вперед и к правому бедру. Больше внимания на раскрытие тазобедренного сустава левого. То есть вначале рукой бедро толкаем вниз. А потом уже думаем о наклоне. Если вниз бедро не уходит, больше работаем с бедром, чем с наклоном. Поднимаемся вверх, беремся за большие пальцы ног. И здесь лопатками толкаем грудь вверх, плечи чуть вниз подаем, выпрямляем максимально позвоночник. В другую сторону поворот. Руку. На бедро, бедро толкаем вниз, уходим к небольшой руку. Поднимаемся вверх и полный вариант. Бадхаканасана. Для начинающих актуально втягивать спину. Вводить руки назад, лопатками толкать грудь вверх. Если есть возможность сохранить спину достаточно прямой, вытянутой, мы переводим руки вперед, мышцы бедер толкаем назад. Живот вперед вверх. Следующий этап. Руки вперед, хотя бы лоб в пол. Если удается, живот. Опускаем на стол. И на выдохе поднимаемся, соединяем колени. Разводим колени в сторону, беремся за большие пальцы ног, выпрямляем лопатками грудь вверх. Хорошо, опускаем левую ногу. И на 2 балла у нас следующий переход. Выполняется аштавабрасана. Из аштавабрасана максимально выпрямляем левую руку. Левую ногу сгибаем, вводим назад, не касаясь пола. И потом такое же движение вперед. Обратите внимание, нужно, чтобы была большая дырка между бедром и коленями. Для этого нужно максимально выпрямлять руку свободную, в локте. Ну, кто сделал на 1 балл, попробуйте сделать на 2. Максимально руку, так, отлично. И не забываем, что вернуть назад надо. Чуть сложнее, может быть. Надо копчиком двигать вверх-вниз, копчиком. С руками нормально, нужно еще движение копчиком делать. Смотрите, на другую сторону заодно отдохните, да? Вот у нас аштавакрасана. Выпрямляется рука. То есть вот чем выше мы поднимем таз, тем легче будет нам увести ногу назад. То есть здесь не только рука, да, но еще и движение таза. Вверх-вниз. Вот
повыше, бедро ближе к животу, стать более компактным, и тогда нога пройдет. Между рук должна пройти коленка. Вот в этом положении, да? Сюда. Движение сюда на боль. Между рук. Упирается. Движение бедром наружу. Вот, отлично. Теперь такой же коленка. Движение тазобедренного сустава. Хорошо, садимся, тянем это вперед. Опускаем руки на стол. Тянемся животом вперед. И пробуем провернувшись бедром, опустить живот ниже линии. Поднимаемся вверх, ближе ставим стопы, садимся на полочек. Плечи вниз, стопы, но шире нету тазобедренных суставов, только шире. Плечи ниже, вытягиваем спину. Петр выше поставить руки. Да. Наша задача сейчас спину выйти. Выпрямляем. Ноги уходим, руки под бедра. Вытягиваемся и здесь можно сделать захват за спиной. Кто легко ноги выпрямлял, делает балерина. Второй час. Ну, попробуйте здесь тоже сделать захват, провернуться копчиком вверх, шею расслабляем. И взгляд на глаз. Если легко получается, здесь есть вариант выходить вперед-назад. А что там влияет осторожно. Затем отпускаем заглаз, опускаем ногу вниз, дальний пятку. Таз опускаем вниз, поднимаем пятки. Скрещиваем лодыжки хуже педасана. Копчик ниже, голову выше. Чем мы ниже поставим копчик, тем легче будет получаться следующий вариант. На 3 балла у нас есть худжи педасаны, надо сделать аж ту окраску. То есть вот этот вариант должен получаться хорошо. Расцепляем ногу, левую ногу выпрямляем, сгибаем из бедра, опускаем на голень. Затем мышцами спины держим ногу, уводим ее вперед, лодыжки скрещиваем. Руки сгибаем. Обратное движение надо также научиться выпрямить руку, прижать бедро к животу, поясни вперед, скрестить лодыжки. Кто легко делает эти две позы? Это бедра вдвоем, бедра внизу, нажимаете. Движение бедра нажимаете ногами, да, еще сжимайте, 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 ногами руки сжимайте. Вот, сейчас это получилось, смотрите. Оп, все сжали. Итак, кто может, попробуйте, ну, переход тяжелый, болят кисти, можете не делать, видео потом посмотрите. Итак, еще раз, да, смотрите. То есть главный фокус научиться переносить ногу с бедра на голень. Вот у нас наш квадрат. Можно прежде всего ногу выпрямить. И видите, здесь у меня бедро лежит на руке. Надо разогнуть и положить голень. В это время выпрямить вторую. А потом отсюда делать движение. Обратно. Обратно. Эту руку выпрямить, то же самое. Прижать бедро, поднять таз вверх, ногу вперед и скрестить. Застревает таз выше, надо поднимать. То есть все делать секретов два, даже три. Первый секрет простой, это то, что бедра надо на голень поводить. Это очень просто, да? Следующий секрет, руку выпрямлять и движение тазом вверх. Видели, у меня таз пошел очень сильно вверх. Если он не пойдет, то у Петра не всегда выходит. У него рука не проходит. Таз выше, выше, а теперь не... Вот таз то выше, то ниже. Вот то выше, то ниже. Вот я сейчас низко таз. Надо его поднять повыше и бедро прижать к животу. То есть это низ спины на самом деле. Ну и чем меньше таз, тем легче. О, видите, отлично. Это легко, а обратно? Обратное движение. Отлично, отлично. Ну, копчик вверх, копчик вниз. То есть движение таза. Хвост поднялся, хвост опустился. Чем он лучше, двигается. Прям что-то пересчет.
пощелкивает, как-то перенапрягается. Ну, это надо не эту часть напрягать, а спиной работать. Смотрите, чтобы вот этот вот переход отработать, да, сюда, делается из бакасаны. У кого есть бакасана, да, а, хуже педасана, бакасана, проще гораздо. Из этого положения, но уже мы начинаем тренировать элементы, делая бакасану, из хуже педасана, бакасану. Если еще нормальное состояние вашей руки, можете попробовать, не сильно не усердствуйте. То есть выпрямить ногу и перевернуть по одной, без раз тяжело. Даже время включается, по одной. Понятно, да? Ну, такова, значит, бальная система. Так. Ногу только вот именно выпрямляя сразу. То есть вот мы находимся в хуже педасане, одну ногу выпрямили, эту тоже хуже выпрямляем. То есть когда нога прямая уходит вперед, она вес туда вперед уводит чуть больше. То есть если ноги согнуты, больше вес сзади. Если нога какая-то уходит вперед, она распределяет вес чуть иначе, легче, когда нога прямая. Вытягиваем ноги вперед, может, чем утонасана голову, вытягиваемся, выпрямляемся с выдохом, сгибаем колени, переносим вес вперед, ложимся на живот. Укладываем локти перед грудной клеткой, отталкиваясь локтями от пола, вытягиваемся вперед. И затем опускаем подбородок на кулаки, либо на ладони. Если для шеи некомфортный вариант, то предыдущий вариант фиксируем. Освобождаем подбородок, опускаем в ладони, тянем пол на себя, грудную клетку подаем вперед. Опускаем из предплечья, приближаем локти, вес локти пол на себя, грудь вперед. Спина тянется интенсивно или есть у человека проблемы в пояснице, то из этой позы лучше не переходить дальше. И укладываем ладони там, где были локти, вытягиваем пол на себя, выталкиваем грудную клетку вперед, опуская плечи вниз, уходим назад, хуже педасана. С помощью выталкивания грудной клетки вперед мы сгружаем поясницу сверху. Если напрягается поясница снизу, имеет смысл сжать ягодицы. Если ни одно, ни второе движение не помогает разгрузить поясницу, руки лучше вести вперед, либо выйти из позы. Но интенсивный дискомфорт поясницы допускать не стоит. Мягко опускаемся, расслабляемся. Опускаем подбородок на пол, переводим руки под бедра, поднимаем ноги, фиксируем. Опускаем ноги, освобождаем руки. Расслабляемся.
Поднимаем голову, вперед, выдох, вперед, потянемся. Поднимаем руки и ноги, ладони к плечам. Тянемся вперед с руками. Взгляд вниз. Переводим руки за спину, грудь больше вверх. Опускаемся, расслабляемся. Приподнимаем голову, сгибаем колени, беремся руками за ноги. Поднимаем бедра, несколько перекатов, вперед-назад на животе. Фиксируем позу. По возможности сближая стопы. Опускаемся, расслабляемся. Поднимаем голову, ладони к плечам, ноги на пальцах, со вдохом перекатываемся вперед. Опускаем вниз колени, вытянемся, расслабимся. Поднимаем голову, садимся на пятки, опускаясь на левое бедро, перешагиваем правой ногой через левое колено, вытягиваем спину, выпрямляем ее. Сохраняя спину прямой, скручиваемся вправо, подтягиваем бедро к животу, отталкиваем плечом от бедра, по возможности захват за правую стопу. Раскручиваемся, опускаем колено. Захват за спиной, правую по сверху. И здесь делаем немного другой вариант усложнения поз. Если мы легко взялись за пальцы, то пробуем взяться за кисть. Как можно глубже. Стремимся не вытягивать заднюю руку, нижнюю руку, левую. Стремимся вытягивать прежде всего правую верхнюю. Если бедра и плечи чувствуют себя комфортно, уходим на дно. Поднимаем голову, опускаем захват, расслабляем плечи. Смещаем вес назад, расплетаем ноги, укладываем правую пятку рядом с левой ягодицей, левую за линию правого колена, закручиваемся влево. Раскручиваемся, опускаем левое колено вправо, захват за спиной, левую по сверху, если захват за пальцы получился легко, будем взяться глубже, за кисть, за запястье, если больше вытягивать верхнюю руку, либо фиксируем, либо уходим на голову. Thank you.
Поднимаем голову, освобождаем захват, расслабляем плечи. Смещая вес назад, разлетаем ноги, ложимся на спину. Колени оставляем вверху, несколько дыханий расслабляемся. Беремся руками за ноги, со вдохом поднимаем таз вверх, с выдохом опускаем таз вниз, несколько движений в динамике. Поднимаем таз вверх, фиксируем. Переводим ладони под крестец, пальцы рук направлены наружу. Либо часть веса в руках, часть в ногах, либо вытягивая ноги вперед по коврику, весь вес уводим в руки. Вытягиваем, расслабляя спину. И разберем с вами сегодня мозг по пальной системе. Он делается на 3 балла. Обычный мозг. Если мы вышли в мозг и более-менее вытянулись вот в эту сторону, то это 1 балл. Если у нас мозг какой-то вот такой вот, то как-то вот... Нет, не как правило, руки не выпрямляют в локтях. Вот как вот так вот. Да, вот как-то так. Вот так вот, да. Не очень. А если мы вытянулись вперед, то это уже 1 балл есть. Если мы хорошо вытянулись, то мы усложняем позу, поднимая ноги. Подняли одну ногу, подняли вторую. Если у нас руки достаточно сильные, кисти чувствуют себя комфортно, мы также добавляем поднятие рук. Одна рука к бедру, вторая. Если мы, соответственно, руки-ноги поподнимали, то это будет у нас 2 балла. На 3 балла мы выходим из моста, встаем и, соответственно, входим в мост из положения стоя. Для того, чтобы выйти в мост из положения стоя, не обязательно иметь сумасшедший прогиб. Вот у меня нельзя сказать, что прогиб очень глубокий, вот в отличие от девочек и прочего. Я легко в это выхожу с каким способом? Выталкивая таз вперед, понижая таз параллельно полу за счет ног. Я в ноги перенес вес, вытянулся, у меня остается только руки опустить. И, соответственно, точно так же через ноги мы можем подняться. Когда гибкость очень хорошая, то можем делать это мягче через гибкостной вариант. Мы можем делать это через ноги, тогда это безопаснее. Осваивается мост у стены. Вы подходите к стене. Вот прямая ходьба, видно здесь? Да, здесь лучше. Подходите к стене и опускаете руки на стену. Обратите внимание, что здесь ноги очень близко к стене. Если я их туда опущу, прогиб должен быть очень большой. Поэтому, немного отшагивая ногами, мы по стене опускаемся вниз. И точно так же поднимаемся, слегка приближая ноги. И вытягиваемся. Это помогает привыкнуть к этому движению вперед-назад. Так, попробуем что-нибудь на эту тему. Имейте в виду, если кисти болят, для кистей самое опасное. Бакасана, мост, майорасана и переходы. Поэтому, если, конечно, мост хороший, кисть может нормально разгружаться, если очень хорошо. Но если чувствуете кисть, лучше пропустите. Либо сделайте на локтях, на предплечье. Пробуем. Вы кисти перетянули в прошлый раз? Вон. Давайте.
расслабление. Пробуйте что-то на эту тему. В принципе, если руки крепкие, мозг нормальный, то с поднятием, опусканием ног и рук здесь не сложно. Поможете встать? Да, пожалуйста. Да, вы ноги мало задействуете. Здесь, смотрите, чуть пошли ноги. Да. И начинайте переносить вниз. Ноги отсюда. Ну, вы делаете за счет гибкости, поэтому мы не включаемся. За счет гибкости вам придется еще сильнее сложить, чтобы переносить. Тогда за счет гибкости вы мягко выйдете. Если колени сгибаете, то сложите очень сильно ноги. И первые руки, чтобы вниз шли, да. Вначале руки. Вначале руки. Угу. Теперь поближе попробуй подойти к стенке. Назад. Может вначале на этот, потом сразу придется назад. Да, надо, не бойтесь, я здесь. Сильнее, если все, то вот этот вот уход назад, то он не стрельнет. Ну да, страшно. Здесь вот она все хорошо. Подъем тоже нормально, да? Чуть-чуть не так резко, помягче чуть-чуть. Ну, там, где не хватает гибкости, ну, приходится преупотреблять силу, а что сделать? Я согласна. Хорошо, кто еще работает с мостом, можно продолжить. Кто уже закончил, подтягиваем бедра к животу. Сделаем несколько перекатов на пояснице, вправо-влево. Кто работает с мостом, самостоятельно компенсацию делаем, когда закончим. Несколько перекатов вперед-назад. И с очередным перекатом переходим в положение сидя, немного сгибая колени, тянемся вперед. Если ноги очень хорошо растянуты, можно с прямыми ногами. Основная задача – выдвинуть спину. После того, как спину вытянем, переходим к сарвантасане. Кто сегодня перевернутой позы не делает, тянем шпагат, любые позы на бедра. Либо ноги поднимаем. Поднимаем таз, ладони к спине. Сарвантасана. Внимательно следим за ощущением шеи. Шея не должна напрягаться. Хорошо, если шея здесь не сжата. Если шея сильно зажата, имеет смысл ноги немного, таз немного назад уходить. И для кого поза простая, пробуем усложнять ее, уводя руки назад за спину, вперед за голову, либо в полном варианте вытягивая руки до ног. Возвращаем ладони к спине, опускаем правую ногу за голову. Меняем положение ног. Правая вверху, левая внизу. Обе ноги за головой, халасана. Переплетаем пальцы рук. Замок в полу. По возможности опускаем колени к ушам, захват за стопы, карма педасана. Эта поза может быть некомфортной, может сдавливаться грудная клетка, шея, в этом случае пропускаем, и сразу на спину ложимся. Затем выпрямляем ноги, мягко опускаем спину вниз, складываясь пополам, лежа на спине. После того, как спина полностью опустилась, медленно опускаем из прямой ноги. С
Затем руки кладем на бедра, грудь вверх, голова на макушку. Матсьясана, разворачиваемся в другую сторону. Здесь также запускаем с комфортом шеи, если он возникает, меньше голову запрокидываем, больше вес локтя. Если шея чувствует себя комфортно, ноги поднимаем, руки вдоль ног вытягиваем, Уттана Падасана. Опускаем ноги, освобождаем шею, переплетаем пальцы рук за головой, вытягиваем шею в другую сторону. Сгибаем правое колено, подтягиваем правое бедро к животу. Переводим правую ногу влево, правое плечо прижимаем к полу, скручиваемся. Раскручиваемся, выпрямляем правую, подтягиваем левое бедро к животу. Скручиваемся в другую сторону. Раскручиваемся, выпрямляем ногу. Поднимаем голову, тянемся руками к ногам, приподнимаем спину. Переводим руки за голову, большие пальцы ног на уровне глаз. Поясница прижата к веку. И затем переходим к исключительно перевернутым позам. Стойка на руках, на голове, ключевой расане. Выбираем свой вариант. Со стеной, без стены. У нас подстраховать медитируйте. Я туда. Я у вас тоже женщина, рука более не встает. С успехом. Кто хорошо получается, кто плохо.
Вот эта часть тяжелая. Я стараюсь стресс, вроде все. Вот это вот еще похудеем, да? Не похудеем. Вот с таким тазом похудеем, не похудеем. Смотрите, кто хорошо женщин стоит на спах. Таз. У нас другой центр тяжести. Чем нет больше, тем тяжелее. Это же самое. Это наша особенность. Шикарный тазовый тазовый голени, расслабляем колени, бедра, тазобедренные суставы, ноги расслаблены. Расслабляем пальцы рук. Ладони. Кисти. Запястья. Расслабляем предплечья. Локти. Плечи, плечевые суставы,
руки-ноги расслаблены. Расслабляем мышцы живота. Область солнечного сплетения. Грудную клетку. Расслабляем шею. Мышцы лица. Щеки. Подбородок. Губы. Нос. Расслабляем глаза. Брови. Лоб. Расслабляем верхнюю часть головы. Расслабляем шею снизу, плечи снизу, расслабляем спину, тело полностью расслаблено, переключаем внимание на дыхание. Затем как вдох переходит в выдох, выдох во вдох. Дыхание не контролируем. Если появляются мысли, не следуем за ними. Наблюдаем за мыслями как бы со стороны. Все, внимание, дыхание.
Делаем глубокий вдох. Полный выдох. Осознаем свои руки, ноги. Шевелим пальцами, руки, ног. Вытягиваемся всем телом. Сгибаем колени. Ложимся на правый бок. Не спеша переходим в положение сидя. Садимся с прямой спиной. Глаза закрыты. Концентрируем внимание в области межброви. В области межброви. То есть пробуем представить либо светящийся слой ом, либо просто светящуюся точку. И концентрируясь на этом образе, мысленно повторяем ом с удобной скоростью. Славим ладони перед грудью, споем ум все вместе, делаем глубокий вдох. Поднимаем голову. На этом наша утренняя практика закончена.